ней по-другому будут относиться судьи, но пока только так. Галина Миниченко из Украины занимает 5-е место после короткой программы. Но ей и это 5-е место далось очень непросто, потому что украинская девушка начинала кататься в самом начале вчерашних соревнований. И, конечно же, ей оценки немножко попридержали. Но каталась очень хорошо, очень мягенько, прыгала. Единственная ошибка, которую она совершила, это было подпрыгивание на выезде после каскада тройной лутц, двойной тулуп. Нельзя отрывать конек, когда ты делаешь выезд. Только четко на внешнем ребре, четкая дуга. Французский такой стиль у нее в этой программе, основанная на французской музыке. И смотрим, что за стиль прыжков будет сейчас. Срывается лутц и у нее. Интересный у нее заход не по дуге, а практически не по диагонали, а практически параллельно короткому борту она заходила на лутц. Туда, в дальний угол, в дальний от судей. Да, Ритбергер тоже не получается. Ну что ж, Галина Маниченко в произвольной программе, к сожалению, сплошное разочарование для нее и для ее тренера. То, что было задумано, не получилось.
начиная с этого первого прыжка. Вместо тройного исполнен двойной. Здесь та же беда на Ридбергере. Все элементы, конечно, не повторить. Но есть еще сделанный Ридбергер. И далее по списку. Между Галиной Маниченко и Еленой Лишенко идет последние годы борьба на чемпионате Украины за лидерство в украинском фигурном катании. Вообще-то, Маниченко ее в последнее время выигрывает, эту борьбу. Но, судя по выступлениям сейчас на Гран-при, Лишенко выглядела более эффектно. Но, опять же, не везде, после того, как она была не очень справедливо засужена на турнире в Гельзенкирхене, настроение и у той фигуристки украинской упало. Как вы видите, пары уже готовятся к своим произвольным программам на традиционном месте разминки. Ну, а прежде чем соревнования девушек, прежде чем начнутся соревнования мужчин спортивных пар, смотрю на оценки, просто отвлекаюсь. Конечно же, сейчас мы еще поговорим с интересными людьми, как и было обещано. Седьмое место в произвольной программе.